Георгий, капитан команды Тулуза. Пару слов о сегодняшней игре. Пару слов об игре. Напряженная игра. 3-2 Тулуза выиграли. Выиграли 3-2, как говорят комментаторы. Было много моментов, не забили много и пропустили. Из двух моментов два гола. Необязательные гола мы пропустили. Заставили нас чуть понервничать, но дожали, выиграли. Спасибо соперникам за игру. Есть вопросы к судейству, ну да ладно.